Hi everyone, you're watching Russian with Dasha, a channel for those who want to speak Russian as a foreign language. If you don't understand everything that I say, turn on the subtitles. Всем привет! Доброе утро! Сегодня 31 декабря. И я решила записать для вас влог о том, как мы проводим день. Это Сёмик. Вы его уже знаете. Сёмик очень скромный. И две другие кошки бегают по квартире. А я собираюсь в баню. Сейчас 9 утра. Как в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Каждый год 31 декабря мы идем в баню. Но в фильме герои пили алкогольные напитки. Мы берем с собой травяной чай. Я приглашаю вас провести со мной день, посмотреть, как не очень типично мы празднуем Новый год. И если вам интересны транскрипции, если вы хотите поддержать мой канал, можете стать патроном по ссылке в описании. Все транскрипции с переводом на английский язык. Воскресное утро, проснулись только собачники, владельцы собак. Мы сейчас поедем в баню. Сегодня в Петербурге минус 7 градусов, а 3 января обещают морозы до минус 20. Очень холодно. В баню в московском районе я хожу уже 3 года. И там сформировалась постоянная компания, команда любителей такого хорошего пара. Поэтому я всегда приезжаю к одному времени, чтобы не пропустить парение. Кстати, я снимала видео про нашу баню и про то, что нужно взять с собой. Поэтому, если вы еще не смотрели, переходите по ссылке, которая появится в углу экрана. А мы сейчас пересекаем Московский проспект. И здесь, как вы видите, улицу украсили. Сегодня в женском отделении бани был настоящий аншлаг. Все места заняты. И мы заходили в парилку 3 раза, потом обливались холодной водой. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Регулярное посещение бани тренирует кровеносные сосуды и усиливает иммунитет. Так что всем рекомендую. А мы сейчас допиваем чай и едем в магазин индийских товаров, чтобы докупить подарки. Мы забыли купить подарки сестре моего мужа. А потом, наверное, заедем в нашу любимую пирожковую или возьмем шаверму. Не знаю, как получится. Индийская лавка закрыта до 12, у нас есть еще полчаса, поэтому мы решили зайти за шаурмой. Почему нет? О, простите, за шавермой. Ну что, мы перекусили и едем домой. Зашли сначала в индийский магазин, купили оставшуюся часть подарков, и потом зашли в пекарню, которая называется «Люди любят», купили пирожные домой. Это 2 эклера со сливочной начинкой и пирожное «Картошка». Любимое пирожное моего детства, оно шоколадное. И сейчас мы
едем домой, но по пути зайдем в пункт выдачи заказов. Мои родители отправили нам новогодние подарки. Так как они живут в Новосибирске, вот уже несколько лет они заказывают подарки онлайн, потом присылают нам код заказа, и мы получаем их в пункте доставки. Очень удобно. На улице холодно. Мы вечером идем в Мариинский театр. Я понимаю, что надо одеться потеплее, чтобы не замерзнуть. Одинокий бродяга, любви Казанова. Так, ну, в общем, я немного замерзла, так что надо согреться. Никита, наливай. Налито уже. Налито. Что налито? Расскажи. Налито егермастер. Егермастер и... А это что? Это оленина вяленая. Юккала из Норильска, да? Да. Так, первый тост. Сейчас час дня, мы начинаем свой день. Сейчас будем упаковывать подарки. В общем, желаю всем забыть все невзгоды и чтобы все плохое осталось в этом году, все хорошее встретило нас в следующем. За хорошо и добро. Да, за мир. Так. Закусь. У нас здесь подарки, надо их частично распаковать, частично, наоборот, упаковать. Сёмочка всем передает привет. Ну что, Никита, давай распаковывать подарки от моих родителей. Открывай, пожалуйста. Так. Один уже почти открыт. Эко-вкус, продукты полезного питания. Давай посмотрим, что внутри. Ой, красота какая. Соус облепиха, ананас, чили к рыбе. Можно? Жимолость еще там что-то. Соус к птице, жимолость, розмарин, можжевельник. Брусника, груша, чили. Соус к мясу. Брусника, груша, чили. Отлично. Вот так вот. Да. Вот так вот. Вот это очень круто. Спасибо. Давай следующий. Здесь то же самое, скорее всего. Так, Муська пришла. Муська. Привет. Муся уже большая. Мы ее подобрали... В июне, по-моему, или в июле ей был всего месяц. Сейчас ей уже сколько? 5 месяцев. Следующее. То же самое. Та же самая коробочка. Интересно, это нам или это по ошибке упаковали нам? Так. Здесь что? Варенье из сосновых шишек. Сидерико, просто супер. В сиропе из черники. Так. Кедровый орех сладости. Орех кедровый в сиропе. Вот это шиповник, то, что не надо. И... Красота. Пахучая веточка ели. Угу. Из Новосибирска. Отлично. Коробки сдадим в переработку. Так, следующая коробочка. Риттер Спорт. Конфетки. Спасибо большое. Моя мама знает, что я очень люблю шоколад. Здесь какой-то специальный подарок. Давай. Ой. Давай, распаковывай. Я возьму карточку. Пахнет... Ароматно, да? Пахнет ароматно. Мне упаковка нравится такая прикольная. Угу. Бумаги все. Так. Что же там?
Это похоже верхняя часть. Ой, что-то интересное. Похоже на череп. О, это свеч. Кто это? Я не пойму. Интересно. Кажется, после Хэллоуина остались. Похоже на снеговика, который испугался. Спасибо большое за подарки. Ну, пахнет вкусно, да? Это снеговик, испуганный снеговик. Хорош. Светлана Валерьевна, Александр Юрьевич, огромнейшее спасибо за подарки. Так, ладно, продолжаем. Муся решила изучить коробки. Муська! Ой, упала. Ой, милая. Здесь у нас Шейла. Прямой репортаж с места событий. 4:20. Мы немного поспали, встали, собрались. Я погладила вещи, в которых мы пойдем в театр. Сделала макияж, надеюсь, вам нравится. Оделись, конечно же, и сейчас я соберу сумку, возьму вещи, которые мне нужны для вечера, и мы потихоньку будем выдвигаться в театр. Я немного голодная, я не успела перекусить, поэтому Никита сейчас мне готовит бутерброд. Коты сходят с ума. Да, немного заполошенный день, слишком много дел. Я еще не успела никому записать поздравительные сообщения. В России мы обычно поздравляем друг друга заранее, пишем сообщения, записываем аудио, отправляем открытки. В Новосибирске Новый год наступит в 20:00 по московскому времени, поэтому мне нужно будет заранее поздравить моих родителей, мою семью. Муся играет с коробкой. Маленький монстр. Типичная новогодняя закуска. Бутерброд с красной икрой. Хлеб, масло и красная икра. Во Владивостоке наступил Новый год. Поздравляем Дальний Восток с наступившим. На. Мы пришли в Мариинский театр. И здесь, на новой сцене, мы будем смотреть волшебную флейту Моцарта. Вы знаете, что я очень люблю Мариинский театр. Давайте посмотрим,
как сегодня одеты гости. Видео о Мариинском театре у меня уже есть на канале. Мы с мамой ходили на оперу и на балет в Эрмитажный, поэтому, если не смотрели, обязательно посмотрите. Я очень люблю новую сцену Мариинского. Здесь прекрасная акустика. Так. Высота. Это не факт. Красивая лестница с подсветкой. Здесь все любят фотографироваться. Мы не исключение. Вообще мы обычно 31 декабря открываем шампанское в 8 часов вечера, потому что празднуем Новый год по новосибирскому времени. А потом в 11:30 мы ложимся спать. Таким образом, я уже отмечала 3 Новых года. Засыпала перед тем, как куранты пробивали полночь. Но в этом году мы решили отойти от своей привычки, нарядиться и пойти в театр. Опера очень красивая, замечательная постановка. Обычно мы сидим в Мариинском театре в партере, но в этот раз мы взяли билеты в первом ярусе, и мне, в принципе, очень понравилось, отличный звук, и очень хорошо видно сцену. Вот. Я немного стесняюсь говорить на камеру в общественных местах, все еще не привыкла, чувствую себя репортером. Мы сейчас досмотрим оперу. После антракта будет еще второе действие, и потом пойдем в центр города на прогулку и зайдем в гости к нашим друзьям. Итак, мы доехали до наших друзей. Наконец-то мы здесь. Я ужасно голодная. Уже начало 12-го, скоро Новый год, а у меня еще во рту не было ни грамма оливье. Надо это исправить. Итак, приглашаю вас на нашу скромную вечеринку. Привет! Да, а где музыка? Что у нас сегодня, Маша? Расскажи мне, пожалуйста, что у нас сегодня на столе? У нас сегодня закуски: сырная тарелка, да. Оливки. У нас есть бутерброды с икрой, но они в разобранном виде. То есть нам это нужно... как бутерброды масло. Из Икеи с рисом. У нас трансформер бутербродов с икрой. Да, и класс. Салат оливье. И рассыпанный по полу лед. Отлично. Пока что, да. Мы с ним...
ничего не будем делать. Здесь оливье с рыбой. Рыбу ты сама солила. Классно. Да. А, и хлеб тортин. Так, ну все, я сажусь есть. ASMR контент впервые на канале Russian with Dasha. Салатик. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто любит есть салат оливье. Он также называется русский салат. Я знаю, что итальянцы каждый Новый год готовят русский салат. По какому рецепту вы его готовите, во-первых? Мне интересно. С мясом, с рыбой, вегетарианский. Жду ваших ответов. Мы поздравляем вас с Новым годом. Ура! Даша, от меня чисто традиционный подарок. Подарок для Никиты выбрала. А там, да. И мы там, не знаем, мы что сами там рандом. Мы не знаем, что там, поэтому... Сюрприз. Так нам открывай тогда, да? Сюрприз! Распако. Ну там... А это мне. Special for you. Спасибо. Что там? А можешь открыть для меня, пожалуйста? Ой, не открыли. Ну ладно, сейчас подожди. Секундочку. One second. Давай я подержу твою. Сейчас там будет кольцо. Мне Рома подарит кольцо. Не угадала. У Никиты снимай, там интереснее. Давай, Никита. Опля. Опа. Что это? Майонез ряба? Майонез. Нет, майонез. Это сладости. О, прикольно. Что это? Ну, это радостные сладости. Радостные сладости. Витамин С, кэнди. Так. А у меня здесь... Где? Ой, ой, это серьги. Спасибо, yes. Маша, это твой бренд, да? Нет. Нет? Это мой рабочий. Like my holding, это you know? Это самый популярный бренд в России. 5-8, не будем говорить. Да-да-да, не будем называть его по имени. Да-да-да, спасибо большое. Тот, кого нельзя называть. Ой, не получилось. Что делать? Желание загадать? Я хочу... Чтобы Russian with Dasha стал самым популярным каналом. Про себя надо. И чтобы у меня были самые классные ученики. И чтобы у всех моих учеников был любимым русский язык. Yeah.